Анонс и точная дата выхода нового 4-серийного сериала «Перевод не требуется». Премьера нового сериала состоится 7 ноября на телеканале «Украина». Сюжет сериала. Катя работает переводчиком в крупной компании и одна воспитывает 7-летнюю дочь. Крутится как белка в колесе, но ничего не успевает. Еще и младший брат Антон никак не возьмется за ум и фактически висит на шее у сестры, регулярно создавая ей проблемы. Из-за большой загрузки и неожиданной работы в выходные у Кати возникает конфликт с начальником Андреем Викторовичем. Андрей увольняет Катю, но просит в последний раз поехать с ним в командировку, провести выходные в загородном домике в лесу, где должны состояться важные переговоры. Партнеры ошибочно принимают Катю за жену Андрея, а в домике не хватает свободных комнат. Ненавидящие друг друга Катя с Андреем вынуждены притворяться супружеской парой и делить одну спальню. Напомним, премьера нового сериала состоится 7 ноября на телеканале «Украина». Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.